течение месяца жителей подшефной территории лечили 6 медиков из Мордовии. Вместе с коллегами из Каланчакского округа прием вели детские врачи, хирурги, терапевт и невролог. Это был большой вызов для нас. Сможем ли мы справимся ли мы? Это было приятное ощущение, когда нас поддерживала и администрация, когда приезжали к нам в гости, поздравляли на День медика, не забывали про нас. Из Мордовии направили опытных и грамотных специалистов. Например, Анна Веселова лечит юных пациентов более 20 лет. Отзывчивый специалист может найти подход к любому ребенку, от новорожденного до подростка. Так было и в этот раз. Мама привела маленького ребенка. Он подхватил банальную энтеровирусную инфекцию, но буквально через день, через два прибежал. И первым делом, что сделал, он подбежал и обнял, и поцеловал. Вот это было незабываемо. Медики отметили хорошие отношения не только со стороны пациентов. Они поблагодарили руководство республики за поддержку. Тепло отзывались о коллегах из Каланчакского округа. В частности, отметили труд младшего и среднего медицинского персонала. Единой командой лечили и детей, и взрослых, провели вакцинацию. Чаще всего к медикам обращались пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, заболеваниями суставов. Работали в поликлинике, принимали, оказывали амбулаторную помощь взрослому населению. Работали в стационаре, это круглосуточное дежурство, консультирование пациентов в стационаре, ведение пациентов до долечивания. Во время встречи с главой республики обсудили и основные проблемы, с которыми сталкивались при работе. Например, нехватка специалистов, оборудование, сложности с проведением диспансеризации. Артем Сдунов отметил, республика поддерживает подшефную территорию по всем направлениям, но на первом месте сейчас здоровье людей. По итогам встречи будут приняты дальнейшие меры. Здравоохранение, я считаю, во главу угла надо поставить. Начиная от инфраструктуры, обеспечения оборудованием, работы с людьми, выявления тех недугов и болезней, которые в первую очередь мы должны помочь им излечить. Но то, что вы провели работу, я посмотрел, 1000 ребят, да, проведена комплексная диспансеризация, 170 пролечено амбулаторно. Но большая, огромная работа. Поэтому я хотел бы вас сегодня поблагодарить за ваш самоотверженный труд. За активную гражданскую позицию и оказание медицинской помощи медикам вручили награды. С сентября прошлого года врачи и медсестры Мордовии регулярно выезжают для оказания медпомощи военнослужащим и гражданскому населению. В ближайшие дни в Херсонскую область отправятся еще 7 медиков и рефрижератор с необходимой детской вакциной. Будет и ответный визит. Из Каланчакского района в республику приедут дети. С 19 июля они будут проходить оздоровительные процедуры в санатории «Лесная сказка». Ольга Данилова, Станислав Семин. Народные новости.